Конечно, хочется выиграть. Даже не хочется, а мы обязаны выиграть. Другого у нас просто не может быть. Вот все. Какие установки вам тренер дает? Пока еще было одно собрание всего. Нам сказали, мы должны по-любому их обыгрывать. Незначимо, какой у нас состав. Моложе мы их или старше. Они собирают сильную сборную, но нам это никак не должно повлиять на нас. Мы должны выходить и показывать то, что мы можем.